Что у него? Смотри, 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 лапа, лапа сломана, да, вот это? Ну-ка. Ну, вот он поволочит. Ага. Так вот, нам позвонили сейчас, сказали, вот кот сбитый. Вот мы сейчас его нашли здесь. Непонятно, откуда он упал. Там даже окон не так открыто. Ну, в общем, видно, что это домашний кот в любом случае. Давай его бери тогда. Сейчас мы носилку приготовили. Так, сейчас, подожди. Вот такую штуку приготовили. Клади. Надо аккуратно его класть. Давай вот так вот, чтобы лапку. Так, все. У него, походу, короче, или лапа сломана, или таз, непонятно. Ну все, бери. Сейчас надо будет на рентген его свозить. Короче, люди вот искали где-то. В общем, походили по соседям. Так мне не удалось определить, чей кот. Кто-то не сказал, что чей кот. Говорят, вообще ничейный кот. Что типа у нас такого нет здесь ни у кого. Ага. Так, сейчас, короче, сяду. Давай мне на руки его. Давай. Вот, все. Все, малек, поехали. Поехали, как хорошо, что мы тебя нашли. Зайчик. Все. Нос содрал, смотри. Походу, куда падал. Ой, бедолашка. Сразу его взвешиваем. Говорят же, взвешивать надо. Здрасте. Ну что, подошли? А мы вот звонили по коту, нашли на улице. То ли машина сбила, то ли выпал с окна, пока не ясно. Но у него что-то с задней лапы, ну, ГБЧ присутствует. 5 кг, потом картонка. На маску, да, записывается? Да. Угу. Котик домашний, видимо. У кого-то выпал. Или выпал, или на самовыгуле, или машина сбила. Тишка назвали моего. Тишка. Дышит. Дрожит. Ну, дрожит, ему больно просто. Дышит часто, смотри. Ну, зайчик, больно тебе. Отбахил один. Сейчас есть картонка, без картонки. А допускаем мы сейчас? Да главное сейчас. Короче, у него что-то задние лапы, мы не знаем, то ли он упал с окна, то ли его машина сбила. Потому что видно, что кот домашний, как бы, но... Да. А на улице, да? Да, на улице нашли, нам просто позвонили, сказали, что котик, это самое, как бы вот... А сколько он там лежал, неизвестно? А вот неизвестно. Ну, сегодня его, а его сегодня вечером нашли, ну, ему классно. Передние нормальные. Ну, он на них, он на них опирался, и он на них полз на передних. А вот задний он кричит. Вот у него что-то задний. На обе не встал. Ну вот, Юль, не помнишь, с какой? Ну, какой-то. Они у него как-то вот так скрюченные лапы были. Как бы. Ну он ими шевелит. Мы это точно ведь понимаем, что он. А когда его нашли, он вообще лежал, вот так дугой лежал, такой загнутый. Но потом, видимо, у него это прошло, ну, как болевой шок, видимо, прошел, и он потом ползти стал. Вон, у него, видишь, правая лапа. Смотри, пальцы подгибаются, не работает лапка. Может, таз даже. Ну, таз. Он так сами ноги сильные. Ой. Ну вот видите, да, у него что-то там сзади. Котенька, зайка. Ну надо на рентген тебе. Мы сейчас рентген сделаем, надо будет грудную.
хвост оторвался. Да, даже крестец сломался. Да. Ох ты, ну-ка сейчас сфотографируют. Короче, вот это очень плохо, да, это может быть его нарушение. У него слева нормально, проприоцепция, он наступает на нее, а справа снежно. Он пытается ей двигать, но все равно на пальчики ставит, там чуть-чуть иннервация снежно. Скорее всего, в хорошем случае это проходящее. Бывает, что еще нарушается функция мочеиспускания, дефекация. У нас есть такой котик. В этих случаях. Ну, здесь собирать это бессмысленно, здесь никак сильно не соберешь. Ампутировать этот хвост тоже не совсем правильно, потому что очень по кресту сломан, и отсюда очень рядом корешки выходят. Вот, и по тазу у него, да, там оторвался таз с двух сторон от позвоночника. То есть у него еще и таз оторвал. Вот, они должны быть сейчас. Вот у нас подвздошные кости, они должны быть, вот эта часть, здесь сустав, она должна быть вот здесь. Ну, то есть вот это вот должно переходить вот в это, с одной стороны и с другой. Здесь так случилось. То есть у него полностью таз оторван? Да, полностью. То есть он должен быть весь снизу. Он, скорее всего, просто на пуп приземлился, либо машина как-то его ударила сзади, что и крестец сломался, и таз оторвался. Что с этим делать? Хвост, ну, с ним ничего не надо делать. Понятно, здесь время, да. И смотреть, как он будет. Таз обычно такой собирают, стягивающий винт делают такие. С одной стороны и с другой. То есть здесь винт в крестец и в таз, и с этой стороны тоже. Сколько винт будет стоить примерно такая операция? С двух сторон это 1030-35, по-моему, это так получается. Ну, без этого он ходить, естественно, не сможет. Ну да, это очень это больно. Плюсом здесь выходят нервы, корешки и так далее. Это, ну, чаще всего надо, конечно, оперировать. Ну, надо оперировать тогда, да, котика нашего. Ну, понятно. Ну что, котик, ты выпал все-таки с окна, скорее всего, и на попу приземлился. Если котику не сделать операцию, вот ходить он не сможет, доктор сказал. Поэтому нужно будет оперировать. У него таз полностью оторван, и вот в этом месте оторван, сломан как бы хвост получается, а таз оторван полностью. То есть у него получается, скорее всего, он приземлился на таз, то есть падал вниз попой, и таз у него как бы уехал сюда. Вот. И вот на лапку поджимает. Это все очень больно. Так что вот так вот. Котика надо будет нам оперировать.